только что движение 14% подало заявление о наличии действий Владимира Путина признаков уголовного преступления. О чем это заявление? В соответствии с определением Конституционного суда номер 134О от 5 ноября 1998 года, два срока президентских полномочий подряд составляют конституционный предел, превышение которого Конституция Российской Федерации не допускает. Поэтому два срока президентских полномочий являются предельными, последними, окончательными, невозобновляемыми. Лицо, которое было президентом Российской Федерации два раза, больше не может занимать эту должность. Третий и любой последующий президентский срок Владимира Путина является незаконным, нарушает Конституцию Российской Федерации и права каждого гражданина России. Вот. Соответственно, мы подаем данное заявление в Государственную Думу и хотим, чтобы депутаты его рассмотрели и выдвинули в отношении Владимира Путина обвинение в совершении тяжкого преступления, а именно насильственном удержании и захвате власти и присвоении властных полномочий.